Цверг-шнауцер. Собака. Мартин. Посмотри сюда. Мартин, попрыгай. Нет. Да ладно. Молодец. Пять другой. Молодец. Все, хватит. Побежали. Давай, все. Мартин, иди ко мне. Цверг-шнауцер. Он как забавно бегает. Он фотка классно, когда он там в полете. А-а-а. У меня вообще, ну как случайно же это все получается, я не фотограф, просто фоткаешь его, он бежит, и вот так вот получилось. Фоткаешь, это же выложено у меня с языком у него, такой прям, еще крупным планом так вышло. Язык рота вроде. Пойдем, комаров уже. Как у Брежнева. Звезда Ютуба. Звезда Ютуба. Надо научить его что-нибудь делать. Да, вот когда будешь что-то выучить, что-то делать, ты не говори, будем заснимать. Ну, заснимать, когда он уже научится это делать. Да. Ну, один элемент научится делать, раз, засняли, выложили. А, ну да. Да и на память потом, на будущее. Все, уже видно, так с неохотой бегает. Устал. Ну да. Ну, голодный. Все равно. Самое правило подняли. Мартин, Мартин.
все, убежал. Я его начинаю фотографировать. У меня большой фотоаппарат. Он вообще отворачивается, уворачивается, прячется, начинает. Ну, а кстати, у меня собака тоже, знаешь почему? Говорят, потому что вот объектив это блестит, и они не любят этого. А-а-а. Вот это отблеск. Угу. Вот тоже пес, ну вот я тоже вот с ним вот так вот общаешься, ну как. Угу. Что-то там раз, он такой, посмотришь, смотри, он уходит. Угу.